День первый. 29 выживших и 0 погибших. В конце останется только один победитель. Один раз умираешь, и игра для тебя заканчивается. Либо ты его, либо он тебя. Ну или тебя, или тебя. Рано или поздно умрут все. Хардкор! Мы с вами уже проходили подобное испытание на моем стриме, когда мы начали играть в хардкор там. И вы помните, что с нами произошло? За первый день умерло ровно 5 человек! И вот посмотрите вот туда наверх. Первый день у нас уже закончился примерно на 15%. Это значит то, что уже скоро наступит ночь. А когда ночь наступит, то чья-то жопа, ой, как сильно пострадает. Поэтому по очереди, кого я называю, те подходят сюда и сразу же берутся за свою работу. Мия, картошка, Амочка, сюда! Вы будете самыми главными строителями этого города. Наш дом в ваших руках. За работу! Чпуньк, карась, вы... пираты! Грабите деревни, сжигаете вот это крыши, затапливаете колодцы, убиваете лошадей. Хотя лошадей убивать не надо, лошадей к нам сюда притаскивайте. Вы грабители, варвары, пираты! Стасик пропердасик, Жека Плей, да хранит тебя Господь Майнкрафта, Наксо и Клайп. Вы сюда вчетвером, потому что для вас самая главная задача. Шахта! А как мы знаем, работа шахтеров самая опасная. Там каждый день погибают люди. Поэтому Стасик ваш предводитель, а вы ее слушаетесь. Чтобы до конца этой серии у нас было примерно, ну хотя бы 3 алмаза, чтобы я себе кирочку мог скрафтить. Все, давайте, побежали. Шахт у вас здесь много. Кто-то лесоруб, кто-то вот эту ферму разводит, кто-то там еще что-то делает. Ты, Костя, ты арбуз. Просто стой там, Костя, и расти. И потом у нас получается тогда Херейт, моя правая рука. Отомчик, моя левая рука. А Мия, которая у нас будет самой главной строительницей в этом городе, она будет моим заместителем. А пока, ребят, мы с вами здесь кукарекаем, жопа подкралась незаметно. И если кто-то сдохнет этой ночью, тому я дам бан. Хотя какая разница, вы и так сдохнете. Короче, вот это, Ксюха, ты иди помогай Амочке и Мие, ты будешь еще их помощница. А вы все остальные, слушайте, ну я даже не знаю, идите там... животных разводите, а остальные какашки за ними там поднимайте. Делайте какие-то дела, вот это кожу собирайте. Так, быстро! Самое главное, начинайте строить дом, а мы с Отомчиком и Херейдом вот будем Ксюхе вот это помогать здесь дырку прорубать. Потому что здесь у нас должна быть прям огромная такая общага, где будет находиться кровать на кровати, и мы будем спать друг на друге. Но я вам так скажу, Отомчик, мы не просто так с вами будем здесь находиться. Мы с вами будем искателями приключений на свою задницу, если так сказать. Ищем корабли, ищем сокровищницы, ищем заброшенные какие-то там храмы и вот эту всю мамину маму. Костя, если ты там сдохнешь от этого зомби, где ты с нами играть больше никогда не будешь. Старых ошибок мы допускать не будем. В первую ночь у нас никто умереть не должен. Только проблема в том, что у нас кровати нет, а мы прям здесь офигеть, сколько много народу. Так, всю еду в сундук складывайте. Клад нашли, Да какой клад вы там нашли? Что там в этом кладу есть? 2 алмаза. 7 железа. И еще 4 изумруда. А вот 2 алмаза взяли и обратно домой сюда затащили. А хоть знаете что? А что мы с вами как вот эти трусишки какие-то лохозавры, а? На улицу давайте все выйдем и продолжим наши дела делать. У нас же вот этот голубой медведь уже ходит с этим железным шлемом. А Вайка ему помогает. Никто не должен умереть этой ночью, получается. Жопу мне прикрывайте. Голубой медведь был убит зомби.
Да ты же это, ты же охранник города, у тебя вот этот, у тебя железный шлем был, ты как сдох-то? Так, ребята, плохая, очень плохая идея была выходить на улицу. Валим обратно домой, давайте быстро. Сейчас вот этот скелет мне запердохает одну стрелу в одно место, я сразу же сдохнусь, там уже криперы где-то взрываются, господи. Лэйзи, вот ты там аккуратно, два крипера сзади тебя. В дом заходи, залезай в дом, дверь за собой уже закрыть, и дверь закроется с помощью Мия. Все, мы больше никого в дом не пускаем. Нет, вот, не открывайте ему дверь, пускай он отбивается. Хрейт, иди ему помоги, без разницы, короче. Первый день, уже один труп. MCU Physics был убит зомби. Мы же еще даже первый день не пережили, а? Откройте дверь, дебилы! Дверь откройте! Пожалуйста! Мы сейчас сдохнем, дураки! А, какая-то карась вернулся с этим! Все, заходите! Все, обратно застраивайте! Так, Клайб, заходи внутрь, давай быстро! Вот так! Ну, первую ночь мы почти пережили, не учитывая то, что уже два трупака, и нам сейчас нужно уже будет кладбище строить. Это, еда есть у кого-то? У меня половина сердечек и алмазы на бочку, вот это. Боссу алмазы на бочку, карась, сюда давай скидываем. Молодцы-то какие, господи, два алмаза. Ну, за ваше здоровье. Второй день! Ася, вот это, которое ты возле меня, я тебе предлагаю... Выйди на улицу, проверь обстановку, безопасно ли там, вот, и ты просто, Саша, тоже. Если безопасно, если можно выходить, тогда вот это, можно? Просто, Саша, за тобой крипер, обратно в дом, заходите! Дом, зайдите обратно в дом! Ай, ладно, в жопу. Хрейт, Отомчик, нам надо идти, и нам надо путешествовать. Пираты, карась и пи... Господи, мать моя женщина. Вы там аккуратно пердохайте вот этого президент волк или как-то там зовешь. Это волк, крипер, главное убивай, президент волк, главное не сдохни. Аккуратно! Блин, вот этот медведь, если бы ты кокнулся, я бы это не пережил. Мия, ты где? Мия, сюда подойди, я только тебе доверяю. Вот тебе два алмаза, спрячь их куда-то в самое секретное место. А мы с тобой, Отомчики, мы с тобой, Хрейт, в далекое путешествие отправляемся. Пираты, карась и чпуньк, идите еще хотя бы алмазов 10 найдите. И этой ночью встречаемся здесь опять дома. Давайте. Так, давайте ломайте деревья вот эти, потому что у нас инструментов даже никаких нет. Деревья, мне ж еда нужна, я жрать хочу, дайте, покормите. Я тебе еду какую дам, на? У меня ромашка есть, можешь ее вот это покушать. Я тебе откуда могу дать еду? У меня нет никакой еды. Добывай вот это дерево и пойдем вот это валить свинюшек, хрюшек, пропердушек и вот это все остальное. Так. Я вижу еду, там ягодки есть. Отомчик! Помогай ему! Что самое главное в первый день вот этого вот хардкора, это пойти и найти какую-то деревню. Потому что в деревне, как всегда, очень много еды, очень много пшеницы и очень много кроватей, потому что спать нам надо. А у меня семья вот эта из 30 человек получается. Всех кормить как-то надо. Ты что-то мне притащил, Хрейт? Поделись хотя бы. Нормально. Сейчас мы с вами сделаем две лодочки и пойдем отправимся искать какую-то деревню. Лэйзи, от застрелен скелет! Второй день на улице, три человека сдохло! Я даже боюсь спрашивать у подписчиков, вот это как ты думаешь, сколько дней в хардкоре мы продержимся такими темпами? Мне кажется, дней 10, и потом все сдохнем просто. Лодки ставим, Хрейт, ты со мной, Отомчик на отдельной вот этой вот лодке, и поехали куда-то туда далеко за моря. Вы там самое главное себе удочки сделайте, потому что рыба нужна! О, чё-то новенькое, пацаны, мы с вами нашли. Это вроде сафари, это у нас черепахи, это у нас пустыня, а значит здесь и храмы, и деревни, и все, что только можно. Короче, вот это, забирай лодку, Хрейт, и... Да, ставь лодку заново, поплыли дальше. Это нифига, это просто остров какой-то, давай. Хрюхи!
Может, пойдем вот это шашлык, вот это обратно разворот на 90 градусов, вот по курсу, прямо. Так, Хрейт, ты налево, я направо, ты вот там, чик, сиди в лодке, охраняй лодку, чтобы никто ее не украл. О, ты, господи, сколько здесь хрюх у нас в первую очередь, во вторую очередь у нас так, вот там, чик, я передумал, иди кокай вот этих, иди кокай овечек, мы домой притащим кровати. Кровати очень сильно нам нужны. Мне бы еще вот сейчас железо, чтобы я их стриг, а не просто вот так убивал, было бы вообще просто шикарно. Деревня, деревня, мы деревню нашли, деревня. Ой, вы как... Сено, пшеница, еда, молодцы, кровати спать. Молодцы, молодцы, какие пираты. Сено добывайте, кровати добывайте и домой тащите. А мы с вами, пацаны, что-то какие-то лошпеды. Мы с вами еще пока ничего нормального даже не нашли. Факела делайте и в эту сторону давайте побежали. Прямо по курсу, то ли это какая-то темная гора, то ли это затонувший корабль прямо сейчас под нами находится, Хэрей, да? Ну да, это как бы корабль, но все, что я могу сказать, я туда не полезу. Вот, Отопчик, давай ты, тебя как бы не жалко. Ну тогда я полезу, вот вы только там главные лодки охраняйте, все, что я здесь найду, все будет моим. Морковка, загадочная рагу, пшеница, вот там без разницы, на самом деле я все забираю. Все, что здесь есть, я все забираю. Бумагу тоже забирайте, это нам тоже пригодится. И на а ниже... у меня карта клада есть. Карта клада, собака ты такая еще. Подожди, если я умру, помните меня молодым, хоть они... Нифига не молодой. Ой, изумруды! Наверх, 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 не умирай! Опа! Вот так. А у меня морковка есть. А у меня карта клада есть. А дай ты сюда вот эту карту клада. Давай, давай. Давай я тебе посередине океана ее выкину. Пошли на берег. Не надо на берег. Вот сюда подойди и выкинь мне карту клада на вот эту вот лодку. Давай, Хэрейдушка, быстро. Мы пока сами... Да ты, вот ты дурак! Вот куда ты ее выбросил? Все вот так. Я в лодку, ты за мной, Хэрейт. Давай. Мужики, а куда плыть так, чертовой бабушки? Вот эта карта вообще не прогружается, Хэрейт. Ты мне какую-то вот эту нерабочую карту выкинул, как я понимаю. Не, ну слушай, как бы у нас два варианта. Либо нам пираты какую-то бракованную карту подсунули, либо ты в ней разобраться не можешь. Может быть, я не могу разобраться. Но в любом случае, мы с тобой будем плыть до тех пор, пока не разберемся. Вот мы с тобой и доплыли. Дальше уже некуда, Хэрейт. Так, если это туда... У меня два сердечка! Вы что, с ума сошли? А кто меня пердохнул? Я не понимаю, господи! Лодомчик, спасай! На берег! На берег! На берег! Там что, трезубец что ли был или что? Да ну в жопу ваши эти трезубцы! У меня с трезубцами плохие воспоминания! Вот это я уже тройняшек проспорил! Так, восстанавливайте здоровье, восстанавливайте здоровье! Я помню вот это... На стриме, когда мы играли в хардкор, Хэрейт с первого утопленника трезубец выбил. Поэтому, Хэрейт, этого утопленника убьешь ты. Не-не-не, знаешь, вот ты всегда на стриме говорил то, что ты выбил трезубец, иди, знаешь. Вот, взял всю свою мужскую силу и пошел убил вот этого утопленника. А ты, Отомчик, ему помогай, а я буду с берега. Аккуратно, а я с берега буду наблюдать. Я даже загадочный рагу на всякий случай выпью, вдруг мне что-то полезное. Обосраться и не встать, слепота. Ну, мне как всегда везет. Нифига не вижу, идите утопленника, валите. Я в эту воду не пойду, у меня там максимум 1.5 хп останется, а я тут сдохну. А вот это так, а вот так, убил! Читер. Да какой, какой читер? С первого... с первого... Еще и морковка! Еще и морковку! Все, валим, короче, к чертовой бабушке, где в жопу вас! Вот эти... Вот так... Еще и морковка выпала! Ой, да все, короче, хватит с меня вот этих путешествий на сегодня вот сюда и вот сюда и как-то как застроиться. И вот так, все, до свидания, я из этой ямы больше никогда в жизни не вылезу. У меня трезубец. А че вы меня-то одного на улице составили? Тут зомбарей куча, я сейчас сдохну. А закапывайся, значит, Отомчик, куда-то. Мы с Хрейдом умные люди, ты тоже закапывайся. Хуй, я ж вспотел 20 раз. Второй день выжили. Третий день начался. В принципе, сейчас можно и на улицу понемножку выбираться. Вот так вот. И мне кажется, пацаны, то что
в принципе, можно уже как бы плыть обратно домой. За этим сокровищем, карту для которого мы нашли, мы вернемся чуть позже. Так, а где Херейт и где вот этот? Чё тебе надо? Ты куда спрятался? Я вот Томчика вроде вижу, но вот это, в лодке там сидит посередине океана, а ты где? Я себе тут отдельную хату выстроил, иди сюда. А, ну все, тогда молодец. Ну что, слушайте, я выбил три зуба с первой серии вот этого хардкора в первые же дни. Все, до свидания, я вот эту лодку ставлю. Хрейд, ты нас вот этим догоняй с Томчиком. А, собака сел в лодку, да? Ну, ты что, думал меня бросить, я понять не могу? Мужики, там снизу портал вроде разрушенный и сундук. Плюхайтесь и забирайте, я пока дальше поплыву. Короче, 40 кусочков железа, нагрудник золотой на проклятие утраты, вот, и целый золотой блок. Нагрудник сюда отдал? Нет. Отдал нагрудник, мне он нужнее, давай. Он на проклятие утраты. Да какая разница, ты один раз дохнешь и хардкор заканчивается, ты кого обмануть решил? Нагрудник сюда. Нет, до свидания. Нагрудник, дай сюда, у тебя железный шлем, ты чё такая жадина жадная, дай сюда. А ты мне трезубец свой отдашь? Ну я могу его в тебя кинуть, а там если ты сдохнешь, то твои проблемы. Ха-пу! Ага! Сдох бы, и вот твои бы проблемы были. Один амеба, два был взорван крипер. Четыре мертвых, и да ядрить ты колотить. Ну вы как, вот вы даже посередине дня сдыхаете, ну как так-то, ребята? Яблоко. Вот его мы и заберем. А, знакомые лица, здравствуйте, Амочка, держи яблочко, Амочка, иди сюда, держи яблочко, это для тебя. Ваши герои вернулись из далекого путешествия, а пока нас здесь не было, то вы нифига себе, какое здесь домище выстроили, я вам так скажу. Я нашел золотое зачарованное яблоко. А вот это хорошо, тащи домой, карась, и мне отдавай, чтобы я выжил. Так, я так понимаю, вы даже вот эти... Гробы не успеваете строить, да? Потому что люди дохнут быстрее, чем мухи. А вот сейчас побежали все домой быстро. Третий день заканчивается. Четвертый день на подходе. Заходим, смотрим. Потому что я даже не видел, как вы красиво здесь сделали. Ребят, на втором этаже надо кровати расставить. Так у вас здесь и кровати еще дофига. Чур фиолетовая моя. Все. Та-ра-да-да! Четвертый день! Я вас всех поздравляю, господи! А сейчас все за работу. Побежали за алмазами, за ресурсами, за вот этим всем остальным. Ядрить ты колотить!